Герой Советского Союза Барабанов Петр Иванович. Барабанов Петр Иванович родился 12 июля 1921 года в городе Брянске. Позже семья переезжает в станицу Славянскую. В 1938 году, после окончания средней школы номер 1, поступил на курсы трактористов. Свой боевой путь на фронтах Великой Отечественной войны сержант Барабанов Петр Иванович начал механиком-водителем тяжелого танка КВС, первых дней участвуя в тяжелых боях под Львовом, Киевом, Москвой. В декабре 1941 года направлен на обучение в Ульяновское танковое училище. После окончания училища в 1942 году Петр Иванович в звании лейтенанта назначен командиром взвода тяжелых танков КВ-1С и направлен в состав 21-й армии Донского фронта для прорыва обороны немецких войск в районе Сталинграда. 28 июля 1943 года взвод тяжелых танков под командованием Барабанова был направлен на помощь разведгруппе 4-й танковой армии, которая вела тяжелые бои в окружении. Взвод Барабанова оказал огневую поддержку разведгруппе под командованием лейтенанта Радугина и продолжал удерживать врага до подхода основных сил. Разведгруппа вышла в тыл противника и, ведя многодневные бои с превосходящими силами противника, разрушила переправу через реку Днестр, уничтожив тысячи солдат противника, автоколонны и обозы. С апреля по август 1944 года танковый взвод под командованием лейтенанта Барабанова Петра Ивановича в составе 4-й танковой армии участвовал в тяжелейших боевых операциях на Проскуровско-Черновицком и Львовско-Сандомирском направлении. За мужество и героизм в мае 1944 года Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени и многими медалями. В 2004 году лицея номер 1 города Славянска на Кубани присвоено имя 7 героев Советского Союза, выпускников школы, в том числе и Петра Ивановича Барабанова. Thank you.